Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Рустик Мистик, и мы продолжаем играть в эту замечательную игру. Я забыл, как она называется. Papers, Please, конечно же. Так, продукты. Я прошел заново уровень. И что странно, набрал столько же. Ладно, все мерзнут. Отопление. Пойти спать. Новое нападение в Грештине. Камикадзе с бомбой обманул охрану. Значит, сейчас какие-то меры ужесточим. Ноябрь, 29 число, 82 год. Инспектор, теперь проверка будет более тщательной. На вашем рабочем месте установлен сканер. Во вчерашнем нападении подозреваются каличанские экстремисты. Прежде чем разрешать въезд гражданам из Каличи, подвергайте их личному досмотру. Слова Ростоцки. Так, соотнесите пункт инструкции на неверную информацию, чтобы предложить... чтобы продолжить проверку. Угу. Соотнесите пункт с оружием или контрабандой. Клуб в Грештине, танцовщицы убиты. И новости спорта. Давайте почитаем, что там у нас снова. Общие правила всех каличанцев, никакого оружия, контрабанды. Так, что еще нового? Да не это. Документы какие там надо. Разрешение на работу, на въезд и личная карта, кроме Арстоцки. А, нет, именно Арстоцком. Рабочее место. Тут, да, все понятно, это уже обучалка. Давайте, начинаем. Ой, опять 3 дня. И продолжим уже потом. Ваши документы. Навестить родственников. На 1 месяц. Ну уж прости, братишка. Ай. Ну ты кричанец, короче. Так, пока она там это фоткается. Ой, ужас. Ладно, забирай. Все, ты едешь, короче. Без вопросов. Это было просто. Ваши документы. Опять колечие. Постоянное место жительства. Так. Хорошо. Ну. Вопрос. Я пока это проверю. Так, все, ладно, ты нормальная. Ладно, ты едешь. На. Это было просто. Нифига себе просто. Надо города сейчас проверять нормально. Ты что-то вообще? Цель поездки. Постоянное место жительства. Так, то есть постоянно. Так, Николейче, ОФ. Так, ты? Ну не ты вообще. Печатки. Да, слушай, Мэтт. Хорошо. Хорошо. Ты у нас едешь. На. В общем. Куриста. Есть ли там користа вообще? Я не уверен, конечно. На. Ну на. Это было просто. Я говорю, надо проверить города, я не проверяю города. Ваш документ. Так, ты, я вижу, Арстоцкая. Угу. Ты? Ты ли это? Ты ли это? На. А, да. На. Блин, Парадизна здесь есть? Нет, Парадизна вроде бы. Да, точно. Пол? Серьезно, такая ошибка. Кагователь поездки транзитом. Визит 14 дней. Ну это совпадает со временем.
по времени. Да, совпадает, все, теперь я точно убедился. Хайхан. Матэ Кардос. Все совпадает, отлично. А что я делаю-то? На. Хайхан, ну точно. Мне кажется, нет Хайхана. Карт регионов, ОФ. Да, Хайхана нет. Хайхана-то нет. Как мне объяснить, что нет Хайхана в ОФе? Хайхан, ОФ. ОФ. Не могу. Нету Хайхана тут. Я должен объяснить ему. Город выдачи не тот. Вот, наконец-то. Нашел. Столько времени потерял. У меня паспорт его остался? Фу ты нафиг, я испугался. Нифига подобного. В гости. Визит 30 дней. Так, теперь давайте смотреть. По лицу, конечно же, это ты. Это, конечно же, ты. Нати. Вроде бы он. Да, это он. Хорошо, хорошо. Ладно, короче, все так оно есть. Ты едешь. На. На. Вроде бы все верно. Да, все верно. Ваши документы, мужик. Так, колечие. Колечие, колечие. Ты не едешь. Возможно. Четырнадцать дней транзит, да? Так, ну вроде бы у меня ничего нет. Так, никакой контрабанды. Ролексы. За такую покорность, пес. Тварь, а? Ну ничего, хорошо платят. Очень хорошо, конечно. Что у тебя с головой, братан? Постоянно. Республия. ДДМР. Хорошо, имя короткое. Ты. Хорошо, чё бы нет. Вот чё бы нет. Что за дурак? Никаких опечаток. А, следующего можно еще вызвать. Время заканчивается, алло. Работа. 2 месяца. Рыболов. Девушка-рыболов. Роберта. Ага. Как отлично все заканчивается, да? Да, слушайте, подходит. Роберта. Я же тебе найду, к чему прикопаться сейчас. Ты есть такие люди, которые реально ищут, к чему прикопаться. Не, ладно, погнали. Ты едешь? Уезжай. Подальше. Сейчас все хоть раз отрождем.
Ух. Семь, восемь. И на девятом не заканчиваем. Так, за лиц, принятых после 6, плата не начисляется. Сын болеет, нужно лекарство. Ага. У всех голод. Ладно. Надо фармить. Подал жалобу. Обыски границы нарушают права граждан. Нет. 30 ноября. Так, с деньгами у нас сейчас все плохо, очень плохо. Кальчанцы подали официальную жалобу. Сегодня для участия в переговорах на высоком уровне прибывает некий дипломат. Обязательный досмотр всех граждан Кальчи отменяется. Продолжение. Так. Дипломаты должны предъявлять только паспорт, действительный документ, подтверждающий дипломатический статус. Так, задержится. Ладно. То есть дипломатов пропускаем, если паспорт и документ. То, что они... Удостоверяющие, то, что они... Именно... Кто там дипломаты-то? Так, международные переговоры. Ну, я же проверю. Кадмус Юана, Юана Кадмус. Нормально. Каличи. А вот она, как раз каличанский этот. Ну, едь. Кажется, не она. Она, все. Больше не. Значит, что-то слишком сразу. Слишком быстро. Транзит. 14 дней, да? Да, пару недель. Так, это подходит? Да, подходит, отлично. Отлично. Так, ну ты едешь. Не знаю, к чему прикопаться. Бостон. Бостон. Республия. Бостон какой-то. Республия есть, Бостон. Бостон есть. Едешь. Приятного пути. Что-нибудь да не то будет обязательно. А, о, опять мужик наш пришел. Привет, это я. Рад видеть меня. Пропуск. Арбистан. Мужик, но... Так. А, личная карта. В смысле? Вот, разрешение на въезд. Мне его жалко, слушай. Еще раз посмотри. Прости, братан. А потом у него паспорт уже закончится. Я вот прям почти уверен. Ты хороший человек, но у меня варшавский бизнес. Найду правильные бумаги и опять к тебе приду. Хорошо, я лично жду его. Пускай приходит. Нормальный мужик. Смешной. Цель поездки. Транзит. Так, 2 недели. Ага. Ты? Да ты это. Прикопаться не к чему. Ну давай. Глориан. В Антегре есть Глориан? Антегрия. Ди-ди-ди-ди-ди. На, едь, пожалуйста. Счастливого пути. Ну что такое-то, а? Срок истек в разрешении. Что это такое? Зачем ты принес мне презервативы? А, это ежик. Что за ежик? Ежик. У меня есть ежик. На. Ваш документ, что такая грустная? Навестить друзей. 1 месяц. Ты подходишь, нет? Я не знаю. Да, подходишь. Куин Кохнилова. А, ну да, все, ты подходишь по-любому. Почти по-любому. Просто. Прощайте. Возможно, надо было поступить по совести и запустить ее, но...
Так, езжай сюда, уберу. Ух ты, ёшкинки кот. Цель поездки навсегда. Паспорт дай. Мне нужен паспорт. Ну, наверняка даже не знаю, что такое паспорт. Где паспорт? Мне отобрали паспорт. Ясно. Хочешь постоянно уехать, потому что... А ведь паспорт отобрали. Что делать? Сказать, что потерял, и делать новый. Это прокатит. Ой, что такое под фриз? Просто в гости. Месяц, да? Месяц. Я на всякий случай теперь буду проверять. Вот это... Вот это обязательно... Блин. Вот это проверяю. Лицо совпадает. Вагнер Ханс. Ганс. Ганс Вагнер. Так, подходишь. Great Rapid. Так, Great Rapid там есть по-любому. Я знаю. Заходи, Ганс. Так, следующий. Ваши документы. А что-то, но... А, вот она. Так, ШТГ 174 СМ. Женщина. Восточный грешник. Хорошо, проезжай. И ничего не сказала. Молодец. Так, толстая тетенька, привет. Какова цель твоей поездки? Жить с мужем. Давайте, наверное, запомним ее фамилию. Лена Корицка. Риска Лена. Все нормально. Так, все нормально. Это я тоже проверю. Обязательно проверю. Я решил обязательно проверить, и у меня, короче, игра сбросилась. Что такое? А! Не полный экран. Разрешение игры поменялось. О, черт. Вообще. Ладно, проезжай давай. Надо побыстрее закачивать серию и менять разрешение игры. Уходи, уходи, быстро уходи. Документы. Цель поездки. В гости два... Так, на две недели. Ну, ты не поедешь в гости. Серьезно? У тебя была операция пластическая, и ты с головы бороду все сделал. Не ты это, не ты. Арест. Нормально. А что с этим ёжиком делать, я не понимаю. Ваши документы. Цель поездки. Навестить родственников. Два месяца. Да как совпадает? Так, ну все, ты не уезжаешь тоже никуда. Прощай. Так. Что за орден не дремлет-то, я не понял. Так, тап — это вызов печатей. Ну, я думаю, так проживу. Все мерзнут. Нет, я все-таки хочу улучшить, чтобы было улучшение. Я им не буду пользоваться, но оно будет у меня. Так, колечий чиновник Арстоцкий. Шпион. На службу не явился, предпочтительно мертв. А, предположительно мертв. Предпочтительно. 1 декабря. 82 год. Что-нибудь обязательно будет на 31-е, если вообще. Так, ежик сохранился. Министерство въезда официально влечение раскрыт. Секретный агент Министерства информации. Министерство въезда предложило свои услуги в качестве посредника. В течение дня вам могут навести визит. Слава Арстоцкий. Давайте посмотрим. Визит, наверное, вот эти вот есть. Агенты. О, охранник. Привет. А вы шпион? Что? Нет. Я охранник. Меня зовут Каленск. Мне сказали, что зовут тепленькое местечко. Отправили сюда. Вот такая благодарность. Еще и платят копейки.
На, всем так платят. Это да, но ты послушай. Когда ты кого-то задерживаешь, мне выпускают маленькую премию. Чем больше ты задерживаешь, тем больше мне заплатят за то, что я их принял. Нечестно, а тебе должно быть что-то преподать, и я могу это поправить. Так, ясно. Я буду отдавать тебе свои премии по 5 кредитов за каждый из двух задержанных. По мне, это хорошее предложение. Отдавать деньги буду, как только мне заплатят. Давай друг другу поможем. То есть, за каждых двух задержанных мне будут платить. Ваши документы. Цель поездки, работа, отлично. На полгода. Так, это ты, Хайхан. Хайхан есть в Импоре? Давайте посмотрим карту регионов. Импор. Хайхан есть, отлично. Ты проезжаешь. На еще раз. Блин, я имя-то не проверил на этой, на бюллетеньке. Фух, пронесло. Так, здравствуйте, ваши документы. Цель поездки. Жить со своей женой. ПМЖ. Совпадает, отлично. Ну, лицо не то. У всех политические операции были, а? Так, на. Смотри-ка, правда. Правда он. Так, ваши документы. У меня мало времени. Возьмите вот это. Ты шпион. Спрячьте получше. За мной идет агент. Притворяйте, что он из мини-информации, но это вранье. Если потребует документы, дайте им вот это. Не перепутайте. А, вот это не трогать, а это отдать. Все, понял. Ваши документы. Арстоцка. Ага, ну все, хорошо, мужик, проходи. Ты пройдешь, парадизна. Я ж проверю. Карта региона, Форстоцка, парадизна есть. Молодец. Ты проходишь. Проходишь на это, на это. Слова Арстоцки. Так, следующий. Цель поездки – навести друзей. Думаю, на месяц-другой. На один месяц. Должно быть на пару месяцев тогда. Совпадает, ну ладно, ладно, все, все. Что-нибудь у меня должно не совпадать. Лицо тоже. Все совпадает, отлично. Почти все. Ну, уж простите. Отказ. На. Уходи. Так, правой не отдавать, левой отдать. Это я помню. Ваши документы. Ваши документы. Я из Министерства информации. У вас есть вещь, которую вы должны нам отдать. Оу. На. Отлично. О, 10 кредитов. Классно, классно, классно. Так, надо лучше ежика взять. Да подожди ты, какова цель поездки? Просто в гости. Обманщик. Парни, да, но... Транзит... Транзитом. Роберта. Ты девушка, да? То есть, Роберта Нортон, это ты? А, ну ладно. Ладно. Проезжаешь.
Я сыграл с город неверный. У меня все верно. Ваши документы. Так, Арстоцкая, ладно, отлично. Ты это? Женщина, это точно женщина? Ладно, проходишь. Дрэкс Корман, да. У вас есть то, что принадлежит мне. Что там тебе принадлежит? А. На. Отлично. Считайте побыстрее. Арстоцкая великая страна, терзаемая коррумпированными правителями. Война превратила власть имущих в жадных параноиков. Сами это видите. Помогите нам освободить Арстоцкую от этих оков. Плюс орден звезды и ежик. А. Не потеряйте. Код какой-то. Я не понимаю, что это значит, ну ладно. Ваши документы. Какова цель поездки? Просто в гости. Продолжительность? 1 месяц. В гости месяц, отлично. Так, ты. Это ты. Гюнтер Лаурус. Подходишь? Подходишь. Ну, нет, слишком просто было бы. Карта регионов. Как там? ОФ. Куриста. Куриста есть? Так, ладно. Едешь. На. Это было просто потому, что ты должен пойти. Все нормально. Давай, вернись обратно, а. Ладно, без штрафа. Транзитом. Так, 2 дня. Транзит, 2 дня. Какой-то паспорт. Транзит и 2 дня, отлично. Больше ничего не надо. Это верно? Верно. Так, здесь тоже... Сюзанна Гюкова. Проходи. Скал. Так, подожди. Республика, да? Арбистан. Скал. Отлично, все, проезжай. Последний. Красный человек. И... Штрафа нет, отлично. Сын болеет, нужно лекарство. Все голодают. Отопление им не надо. Чё ж он всё постоянно болеет, а? Ладно, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь моими видеороликами с друзьями. А все, всем удачи, пока. Роликами с друзьями. А все, всем удачи, пока. Time to...